В горах Азербайджана выпал снег. Автомобилистам рекомендуют поменять летнюю резину на зимнюю. Но большим спросом пользуются китайские всесезонные шины. Хаял Юсупзаде продолжит. В Баку солнечно, в регионах дожди. Осенняя погода переменчива. И многие автомобилисты перестраховываются, уже меняют шины. Сезон в этом году наступил раньше обычного. Обычно массово клиенты приезжают переобуваться в середине ноября, но недавние ливни заставили их поспешить. По закону шины нужно менять дважды в год, зимой и летом. У каждого вида свои особенности. Табриз Гусейнов в этом году решил купить новую резину. Не рискнул ехать в гости в район на летний. Я думал, вернусь от мамы и куплю зимние шины. Но она сказала по телефону, что у них на дорогах гололедица. И я решил перестраховаться. Потратить пришлось больше запланированного. Цены на шины за год выросли вдвое. Если в прошлом году две пары самых дешевых шин стоили 200 манатов, то сейчас нужно платить 500, то есть 28 500 рублей. Самые дорогие на рынке шины европейского производства. Комплект 16 радиуса стоит 1000 манатов или 57 тысяч рублей. Но большим спросом пользуется китайская всесезонная резина. Она дешевле, хоть и недолговечна. Хаял Юсупзаде, Эльшан Алиев, Эльнур Наджафов, Мурат Гусейнов, Мубариз Гаджилы, Мир 24.